Всем привет! Продолжаем проходить Сому. Это у нас четвертая часть, если я правильно помню. Вроде четвертая. Надеюсь, я не ошибаюсь. Вот. А, продолжить. Я не запомнил. По-моему, мы где-то врезались. А, мы плыли на корабле. Произошел взрыв ядерный позади нас. Мы куда-то врезались. На этом, по-моему, мы остановились. А, все вспомнил. Спасибо. Обычно так и вспоминаешь. Прикольный рисунок. Типа часы зажались. Такая это, в точку. Прикольно. Мы ходили по дельте, точно. Вот, рядом с дельтой он по-прежнему пытается найти ковчег. Для этого нам сначала набраться до станции ТЭП. Спасибо, кстати, за пояснение, потому что я не знал, куда идти. А. Так, мы вот вышли из этих дверей, я вспомнил все это. Вот из этих дверей вышли. Сразу видно, когда Астрид нет на платформе. Одни мужики остаются. И что-то мало от этого радости. Ты чё? А, ну, в принципе, да. Вообще не знаю. Можно же нормально себя вести даже без женщин? Чего? Там я не понял, что делать. Комментариев еще вроде не было. Поэтому как бы идем дальше. Так, ну мы здесь шли, кстати. Тропа вот есть какая-то. Это какой-то желоб атлантический, я не знаю какой. Я знаю только Мариановскую впадину. Ну это этот как его, где стык идет, наверное. О, кстати, рыбки. Как говорили, про них фотографировать можно. Надо, по-моему, забраться то, с чем могу. Ну их тяжело сфотографировать, они уплывают. А здесь был стоп, что? Так, а что у нас здесь не работало что-то? А, вот эта штука точно. Я так понимаю. Что? Так, и чё? Что это значит? А? Сейчас, погоди, возможно, здесь что-то. Я решил сегодня записать, а не завтра, потому что завтра у меня тренировка, и я, скорее всего, сдохну. Нет, тут не работает ничего. Ну, как бы нет. Мы связь установили, но это ничего не дало. Что бы это значило еще? Здесь я надолго, мне кажется, я тут застряну. Я просто не понимаю, что делать. Но этот провод это сюда ведет. А вот где ловить этот сигнал, я уж не знаю. Да, жди дальше, брат. И
видел я, как ты тут ходишь, когда менеджер по нагрузке... Эй, вы... Не стой тут, это же неразумно. Эй, вы меня слышите? Об этом не беспокойся, разберусь. Тебе ей дал свою нагрузку? Что? Вообще бред какой-то. Хватит ерундой заниматься. Давай работай. Забудь, Экерс. Я с тобой больше не играю. Хватило мне шахмат, где ты за 4 хода выигрываешь. Дурак, ты вообще играть что ли не умеешь? За 4 хода. Е4, Е5, типа раз ход, два. Тебе детский мат ставят, что ли? Ну ты кретин, конечно. Ему детский мат что ставит? Это в том направлении. Осторожно, Саймон, осторожно. Хорошо, хорошо. Что делать-то? Зачем эта штука крутится? Ну типа я на зеленую сейчас отметку направил, что это значит? Вот это открывается? Походу не... не открывается. Возможно к лучшему. Вряд ли я теперь захочу ехать с шаттлом. Я хочу. Это быстрее и удобнее. А мы довольно прочные. Попробуем сюда зайти все-таки. Какой неправильный игрок? Какой должен быть правильный? Вот что-то я вообще запутался. Я в прошлый раз уже понял, что я ничего не понимаю, что здесь делать. На самом деле. А сейчас только в этом убедился. Есть кнопка, что такое? Дверь под давлением. Но ее отпилили. О, антенна, погоди. Нам нужно на пяту, да, получается? Че? Че ты пиликнул, что? Ну да. Нам нужно 216, да, получается? Все, я понял, что делать. 216. Так. Ага. Ага. Так, антенна. Ага.
Где там Цепелина, да? Здесь 16. Мысль невозможна. Транспорт активен. Груз не задан. А, запросить. Все, справились. Цепелин, пути надо торопиться. Торопиться куда? Но он сюда приедет. Туда звук. Это определенно Цепелин. А, вот он. И что это? Тихо, угрозы нет. О, это очень неудобно. Вот так вот включаться и отключаться. Где мы сейчас? Дельта, ну вы так сказали перед крушением. А, да. Конечно. Это Цепелин? Логичное название. Как думаете, довезет нас до Теты? Это грузовой транспорт. Их используют для перевозки грузов между станциями. Тех, которые не влезают на шаттлы. Конечно, довезет. Поехали. Да что ж он не работает? Давай! А, управляющий чип, Слон. Это часть умные инструменты? Надо же, вы помните. Пришлось разбираться на Эпсилон. Значит, знаете, как работает. Надо раздобыть новый чип и переключить его. Не толкнете меня в направлении ближайшего хранилища чипов? Думаю, проще всего взять чип из робота. Что? Стукнуть робота по голове и украсть у него чип? В ящике сказано, там есть шоковая дубинка. Можно попробовать. Слушайте, я не хочу никого бить, как-то уж чересчур. Это же просто робот, Саймон. Так и мы тоже. Вроде как. Я достану чип. Зашибись, сказал. Выбора нет. Как он там? Ай, да ладно. Эти не трону. Идем того бить. Поможет. Прости меня, малыш. Все хорошо. Извини, пожалуйста. Я просто нужно было проверить, как она работает. На всякий случай, вдруг меня атаковал бы. Убить робота. Я тоже к ней привязываюсь, я не чудовище. Но здесь иного выхода не было. Он говорил, в смысле, он бредил, но казался искренним. Ну что ж, я уверена, все хорошо. Странно, он так отличается от нас. Я просто начинаю осознавать, по-настоящему осознавать. Я робот. Разве мы это не обсудили? Думаю, я это уже знал, проснувшись на Эпсилоне. Просто да? Гасил себе мысль. Вроде как мозг не хотел, чтобы я об этом думал. А сейчас не думать об этом уже трудно. Ты не знал. Да. Может, вы переключатель щелкните, чтобы мы пошли дальше? А, да, конечно. Она не хочет меня слушать.
Поехали. На операционный стол похоже. Что такое? А, извини, не заметил кнопочку. Спасибо. А будет красиво-то? Ну ж под водой все-таки далеко так. А тут тюмень везде просто какая-то. Хочу красоты. Дайте рыбок. Дайте коралловый риф. Так, мы едем в том направлении, наверное, там что-то будет красивое, если что. Это, например. Да? Ну, тьма теменная. О, мы ускорились, судя по звуку. О, что-то появляется. Что-то горит или что это такое? Не свети на меня. Вы отлично управились, Саймон. Мы немножко отошли от Дельты, но теперь снова на маршруте. Да. Нам надо прибыть на грузовую платформу рядом с Тетой. Потом мы зайдем внутрь, заберем Данбот и спустимся в бездну. 4000 метров. Долгий путь. Но волноваться не о чем. В Данбот ковчег можно пускать. Хоть в Марианскую впадину. Батискаф выдержит. А мы? Отлично. А потом мы можем начать слушать, когда говорят другие. Потому что в этом смысл диалога. Что? А, простите. Я просто все время думаю, во что мы превратились. Очевидно же, что мы больше не люди. Но как я тогда могу осознавать себя Саймоном? Как вообще могу что-то чувствовать? Ведь фактически у меня нет ушей, нет рта. Господи, даже думать об этом жутко, я да ведь ладно. Издаю звуки. Что-то там говорю. Еще как. Хорошо. Скорее всего, ваше новое тело обладает теми же чувствами, вот, что были у вас, когда вы были человеком. Логично. И ваш разум, которому известен лишь один способ восприятия мира, применяет эти чувства к вашему новому облику. Вот именно. Значит, мой разум защищается, делает вид, что все по-прежнему. Иначе именно. Вы бы, наверное, не смогли взаимодействовать с миром. И тогда бы либо умерли от стресса, сошли с ума. Не, ну это тоже значит, может быть, я нет. Нашел равновесие между знанием и незнанием. Выходит, лучше об этом не думать, или мысли наоборот помогают. Может ли выйти так, что я вдруг что-то пойму и доведу себя до безумия? Я бы об этом не беспокоилась. Я к тому, что у нас есть дела в реальном мире. Человечество спасти, вы помните? Кстати говоря, мы приближаемся к Тете. Да, я знаю. Опять-таки не забудьте взять меня с собой. А, Кэт, пока вы тут, помните, в капсуле вы говорили про искусственный интеллект? Ну да, этот наблюдательный. Это не вы виноваты в том, что мы стали такими. Ненадежные, и это как раз в его стиле. Я думаю, что начался он, но действует неосознанно. Саймон, объяснить, как мыслят машины, очень сложно. Лучше думайте про то, как на Тету попасть, хорошо? Увидимся. Так мы же мыслим. Мы же мыслим. О, тут что-то красивое, походу, намечается. Я к рыбкам подойти не могу, они убегают. Как их фотографировать, без понятия. Страски, будите доктор Мастерс, мы несем Акерса. Что такое? Да как сказать, день у него тяжелый. Боже мой. Как ему досталось-то от осколков? Не у его всего искромсало. Брэндон, отключи переключатель на костюме. Надо кислород поберечь. Шутишь, что ли? Да он на ладан дышит, надо его перевести. Страски, готовьте лазарет. Надо поторопиться. Стоп. Где Комарэби и остальные? Это все, кто есть. Они, наверное, еще на Дельте. Я один не смогу. Бери с другой стороны. Страск, готовы или нет, мы идем. Ладно, до встречи. Какой красивый голос у девушки. Прям классный. Сара, вы там?
там? Кэтрин, я работаю. Я просто хотела сказать спасибо за вашу помощь. Да ладно, не стоит. Но вы должны уметь сами за себя постоять. Нет у Стромейера таких прав. Можете смело слать его нахрен. О, я просто не умею я так. Это очень полезный навык. Но за других же вечно прятаться не получится. Вы очень умный человек, Кэт. Мне до вас как до луны. Но иногда вы как будто в себя уходите. Раз, и я словно с пятилеткой говорю. Тяжело же. Я другой быть не могу. Все поймут, что я притворяюсь. Еще не поздно найти себе поддержку. Вы нравитесь Страски. И мне тоже. И Рид. Страски все нравятся. Ха, тоже верно. Стоп. Вы сказали, я нравлюсь Рид? Кэтрин, да много кому. Надо просто открыться людям, стать дружелюбней. Можно я продолжу работу? Ни к чему мне два выговора за день. Ладно, увидимся внутри. Конец связи. Странное дело. Я еще в именах путаюсь. Типа, ну, как можно запомнить здесь? Слишком мало времени прошло. Плюс я их не видел лично. Ты лично видишь лицо, проще запомнить человека. Его имя. Ты как бы привязываешь лицо к слову. Вот, а тут еще есть слова какие-то такие. Как зовут эту мадам, которая у нас в пейджере? Я не помню. Например. Ну там что-то свет какой-то. Все, да? Спасибо, Кэтрин. Стоп. Я уже тут? Эй! Это кто? Марк? Нет, мы не знакомы. Это ковчег? Думаю, мы в безопасности. О, а я так беспокоилась, что что-то пошло не так. Как вас зовут? Робин Бас. Наладчик со станции ДЭТа. Рад знакомству, Робин. Ну так, Баш, давай болтать. А откуда вы? Меня просканировали, как и остальных. А потом я себя убила. По крайней мере, я так думаю. Сама не помню. А как так получается? Вы попадаете в ковчег после смерти? Ого! Да вы явно не стета. Сейчас угадаю, омикрон? Я сомневалась, что Кэтрин сможет вас просканировать. Вам повезло. Подойти об этом много говорили. Смысл в том, что когда вас активируют в ковчеге, вас фактически становится двое. Так? Один человек и один компьютерный образ. Угу. Вы не хотите, чтобы вас пережила ваша копия. Вы сами хотите выжить в ковчеге. Если ваш человеческий облик умрет перед началом сканирования или вскоре после него, вы продолжите жить в ковчеге. Потрясающе, да? Не совсем. Ты-то сдохнешь. Твой образ продолжает жить, как бы вот. Это Кэтрин вам предложила убивать себя? Кэтрин Чун? Нет, вы не понимаете. Она просто сканировала нас и помещала образы в ковчег. Надеюсь, я скоро с ней познакомлюсь и смогу извиниться. Ей всегда доставалось от Стромейера, когда кто-нибудь убивал себя. Думаю, она не в обиде. А где все? Я думал, тут будет человек 40-50. Я не знаю. Если увижу кого, скажу вам. Робин, я не знаю, как вам сказать. Что? Это... Ну... Да? Это здорово, правда? И я про ковчег. Да, здорово. Кэтрин и ее команда молодцы. Они всех нас спасли. Увидимся. Хорошо. Я пойду. Если кого найдете, скажите. Вы как? Думаю, в порядке. Все нормально. Я починить бы. Нет, я отключать это не буду. Я там поубивал кучу народу уже так. Я не хотел это делать. Я не понимаю. Чё? Что такое? Я не могу болтать, окей. Разве всё готово увидеть? Пускай живёт.
Найс. Ну и дверь. Что такая сложная дверь-то, обалдеть. Тут, короче, походу, всем пизда. Прийти на тету или открыть тету? Наверное, открыть Discover. Тут кто? Нету, как видишь. Что ж, Кэтрин, мы нашли тату. Так, там что-то опасное с той стороны. Открывается вправо. Че, кровище как бы. Так, ладно. Не говоришь, что мне нужно убить ту? Она вроде нормально разговаривает, она даже не помешанная. Я не хочу ее трогать. У меня еще есть какой-то вход? Мне типа доступ запрещен. Тут больше ничего и нету. Нужен третий уровень, да? У нас второй. Тут мне кажется, что ее нужно было убить, возможно. Блин, не хочу это делать. А, я не могу назад выйти, да? А, ну так, все хорошо, фух. Мне не надо убивать. Тут что-то с электричеством, возможно, связано. Датчики, что это такое? Это головоломка, возможно. Вон там что-то.
А я мог в безвыходную позицию попасть? Тут вообще ничего нет. Ничего не работает. А там две двери, кстати, может быть. Или... Я придумал. Иди сюда. Надо было сфотографировать эту снаружи, но ладно. Сейчас, секунду. Обалдеть, старый компьютер какой-то. Под клавиатуру новенькая, с тачпадом каким-то. Не знаю. Мы здесь? Мы здесь? Отлично. Пора угнать субмарину. Как только сядем в Данбет, нас ничто не остановит. У вас тут много разных машин и механизмов. А этот чем такой особенный? Это единственный транспорт, который может погрузиться в бездну и не смяться в лепешку. Если он такой один, как вообще ковчег оказался в бездне? Хороший вопрос. Видимо, они пошли сложным путем. Пешком. Не думал, что и так можно. Кэт, а каково находиться в ковчеге? Это как кино, виртуальная реальность? Нет, конечно же, это, ну, как настоящая жизнь, только немножко лучше. Приятная температура, чистый воздух, хорошая погода. И что, все в ковчеге ходят, притворяясь, что они в реальном мире? А делать вид и не надо. Там полное погружение. И он самоподдерживается? Да. Если прикрепить к зонду солнечными панелями, то можно выживать тысячи лет. Потрясающе. Подумать только. Всей Земле конец, а мы тут теперь идем, чтобы спасти остатки человечества. Это... Подвиг? Как минимум, достойное дело. Вот и он. Данбет. А, черт. Так и знал, что-то будет не так. Что такое? Он... на карантине? Минуту. Нам нужен код доступа. Все плохо? Ну, как сказать. На бумажках мы их не пишем. Может, тут кто-нибудь есть, и он нам скажет? Да, будем надеяться. Я открою вам другие двери, чтобы вы могли осмотреть станцию. Что такое-то... На самом деле, бредово. Надо найти кого-нибудь, кто знает код. Только так мы сможем запустить Данбет. Я слышал теорию, то, что почему мы не слышим пришельцев нигде. То, что они решили, то, что в виртуальном мире, как бы, больше возможностей. И ушли туда. Забив хер на все остальное. В принципе, разумно. Но я не знаю, насколько это нужно так делать. Куда ты меня направила-то, э? Блять, что-то страшно как-то. Блин, здесь не лучше. Где остальные? Здесь такой беспорядок. Все заброшено. Бессмыслица какая-то. Ясно же, что выживать лучше всего над этим. Значит, это не так. Что за хрень? Где все?
Если Тета не вариант, то куда бы вы пошли? Наверное, на Лямбду или Омикрон. Ну, Лямбду мы уже видели. Так что, пожалуй, Омикрон. Мать твою! Это было. Она спокойная, и тут внезапно такая херота. Ну ладно, допустим. Я думала, мы никого не найдем. Может быть, все помогли с ковчегом? Унесли его на там. Много людей не нужно, но тоже вариант. Так, а людей-то не будет, там робот валялся снаружи. Ну это херота же. Так не должно быть. Мне это не нравится. Мне это ой как не нравится. Что за звуки-то? Успокойся. Но он здесь жил, да. Может быть, что-то найду, информацию какую-нибудь. Фига себе, башня прикольная. Почему некоторые закрыты? Кэтрин Чун? Это ее комната. О, моя комната. Принести что-нибудь на память? Сувенир? Нет, просто воспоминания. У вас Мишка сломался. Тоби всегда ломается. Голова перевешивает, и он падает. Очень сомневаюсь, что вы найдете здесь что-то полезное. Ну, мало ли. Она же не обидится. Более важно, машина была собрана достаточно примитивно. Будто ее создать хотел, чтобы Нил смогла ее создать. Реактивация машины проанализировала комнату. И саму РИД. При этом РИД была просканирована и загружена в виде симуляции прямо в цифровом пространстве. Зрелище шокировало РИД, и симуляцию пришлось прекратить. Меня же напугало то, насколько сильно эта машина похожа на мою собственную ВИРД-капсулу. После изучения той машины, которую испытала РИД, стало ясно, что Нил скопировал схему с моей капсулы, чтобы создать окружение, в котором удерживается симуляция РИД. У наших проектов много общего, но есть одно различие. В моей капсуле обитают моментальные образы, собранные нейрографом.
А мозговой образ в Виварде живет и развивается. Он не ограничен тем содержанием, которое было получено при сканировании мозга Рид. Образ Рид в Виварде и ее идеальная копия. Я смогу спасти человечество, я смогу простроить капсулу искусственной реальности, в которой поместятся все жители Патоса 2. Я не поняла до конца, как работает Виварий, но я могу скопировать технику сканирования Нивы с помощью кресел пилотов. Они уже подготовлены и оснащены подходящими электромагнитными барабанами. Все оказалось проще, чем я думала, ведь кресла пилотов созданы с учетом дифракции и могут выдержать поток энергии, необходимый для захвата сканов. Подозреваю, они уже давно использовала их, чтобы тайком сканировать нас. Тогда понятно, откуда взялись пересмешники. Видимо, Нил тайком просканировали людей, работающих на креслах пилотов, и взяло их сканы за основу машинного интеллекта для роботов. После того, как команда ознакомилась с проектом, на удивление они отнеслись к нему очень положительно, мы официально начали собирать ковчег. Нам нужно будет просканировать всех оставшихся людей и загрузить их сканы в капсулу. А потом мы запустим их в космос из космической пушки. При этом думаю, что человечество продолжит существование вот так. Марк Саранг убил себя после сканирования. Он говорил, что так следует поступить всем нам. Что это каким-то образом поможет нам попасть в ковчег. Это так не работает, я же только что-то объяснял. Как они могли это не понимать? По-настоящему. Не уверен, что это так сработает. Пошли пересуды. И теперь в его смерти все почему-то винят меня. Страмайер мной недоволен. Надеюсь, все утрясется. Но это же бред. Ричард дал мне набор и шаблонов, которые я никогда не видел раньше. Попробовал установить один из них, чтобы у капсульной Кэтрин и ее банды устаревших сканов появились новые друзья. Новый способ симуляции турбулентности заметно улучшил погодную систему. Воспроизвела там Рид, получилось плохо. Че? Попробую с Рид заново. Рид плохо читается с остальными, она слишком реальная. Мне кажется, здесь еще что-то может быть. Это мышка? Это типа для... чтобы синдрома там этого не было? У вас много игрушек. Гантели. Фига небольшие. Тут килограммов, наверное... Нет, это резиновые же. Ну, килограммов, наверное, 10. Не такие большие. Для женщины, то и большие. А что за мусор по виду из океана что-то выловили? А, вы об этом. Да, это часть Вивария, проект Рид. Это долгая история, не будем. Это такое... Опа. Может, она что-то отреагирует просто, я не знаю. Ни на чё не реагирует, и похер. О, этот... Ага, нужная вещь. Ну, походу, больше ничего нету. А чё такое? Что за маленький проектор, будто самодельный? Это моя попытка построить Виварий. Нечто вроде протоковчега. Прикольно то, что кружка там, ой, ткани вот эти все работают. Воу! Нифига, я так не ожидал этого. Ладно, пошли. Марк Саранга. Чего не...
закрыты. У нас время подходит к концу. Виктор Вектор. Это чел из Киберпанка. Взаимодействие. Странно. Это формулы. Урна открывается, погоди. Там нет ничего, ладно. И он не читается. 218 что-то. Резкие падения. Правильных исходов B, способность 2. Это тест, видимо, тот. А, мистер Саранг, руководство компании очень радо тому, что вам удалось распространить НИУ по всей станции. Что? Мы полагаем, что вы понимаете, какая уникальная возможность вам выпала, и что вы сделаете все, что в ваших силах, чтобы полностью проанализировать и исследовать эту загадку. Для этого вам понадобится надо обеспечить доктору Йохансу Россу возможность управлять НИУ со станции Альфа, изучить его другими словами. Защитить его от персонала станции. В чрезвычайной ситуации вы сможете отправить Джулию Даль станция Омикрон для силового решения проблемы, но постарайтесь по возможности избегать крайних мер. Не очень важный и дорогостоящий проект, и мы надеемся на его приятное развитие. Наблюдательный совет какой-то, кто бы это ни был. Дорогие друзья, когда вы будете читать это, я буду уже полностью внутри ковчега. Когда я объяснял, для этого нужно всего лишь завершить свою жизнь по окончании сканирования. Что за бред, блин, так это не будет работать. Чтобы не пугать Кэтрин, я сделаю это тайно, завернув цианид в жвачку и положив ее в рот перед сканированием. Когда она объявит о завершении, я укушу жвачку, тем самым мгновенно вызвав смерть. Ой, блядь. Когда вы узнаете правду, сокрытую за моей смертью, то поймете, что в этом нет трагедии, ибо я одержал победу. Я советую всем вам сделать то же самое и встретиться со мной в ковчеге. Ты сдохнешь в любом случае, твоя копия будет жить, ты-то сдохнешь, ты не перенесешься в ковчег. Ты сдохнешь, все. Тут это так не работает. Может, с другой стороны что-то еще есть? Что это за пароль? Я поэтому говорю, что мы живем, играем за копию. Вы знали, что в человеческом теле до 75 триллионов отдельных клеток? Ну, в принципе, логично. Обычно они не остаются с нами до самой смерти. Да. А живут от нескольких дней до нескольких лет. Ага. Их жизнь коротка, но на нас это не влияет. В нас умирающие клетки заменяются новыми. Вряд ли кто-то скажет, что это лишает нас личности. Uh-huh. А ведь мы находимся в процессе постоянного изменения. Uh-huh. Как же мы остаемся сами собой? Непрерывный поток мыслей и восприятия сохраняет единую цель нашего восприятия. Да. Наш разум не слепок мозга, а продолжительная, непрерывная сущность, основанная на этом слепке. Uh-huh. Населяя ковчег, доктор Чун фиксирует момент нашего существования и помещает его в цифровой мир. Так. Скоро вы и ваши цифровые копии
будете существовать раздельно. Именно. Из-за того, что ваши пути разойдутся. Ага. Но на крошечный промежуток времени вы станете одинаковы. Если сохранить непрерывность, новая жизнь станет полноценной. Ничуть не менее реальной, чем та, из которой она создана. Помните, вы — это не ваше тело. Вы — независимая сущность. Просто так случилось, что эта сущность находится в двух местах сразу. Если вы устраните свое тело, то останетесь в единственном верном для себя воплощении. Да нет, не так. В мире, внутри ковчега. Я уже говорил, где ваше тело умрет. А вы будете жить в цифровом раю среди звезд. Я уже говорил одну идею, какой-то в прошлой серии, по-моему, что вот так вот это не сработает. Другой способ, типа, который постепенно заменять клетки на нейро, а потом можно уже куда-то переносить себя, потому что ты сможешь это делать. И то это не факт, но попробовать сейчас скопировать. А, скопировать тоже нельзя, блин. Это фанатик? О чем я там? Не разбивается. И тут тоже непонятно будет, что с копированием. Что это такое? Это Нил, какой-то шар. Ну, видимо, они все друг друга поубивали, вот и все. Серия кончилась, кстати. Сейчас где-то будет какая-то херота. Меня уже, наверное, просканировали, когда я в цветок залез. Скорее всего. То есть, получается, я уже как бы в хранилище есть. Напрягает. Мы все равно все умрем. Я пойду ва-банк. Поставлена саранга и непрерывность. Пиздец. На короткий миг там не становишься единым. Это слепок. Это копирование. Это так не работает. Я не понимаю, почему это ученые так думают, что это работает тут. Вообще не понимаю, почему они решили, что это сработает. Что? Топсил? Что это значит? Салфетки какие-то? Фига, он сразу двумя руками, смотрите, сжал. Не разбивается, ладно. А, это сканер? Ой! Какая кися! Надеюсь, ее не сканировали. Мне сейчас знакомое здание справа. Какой-то. Испанец какой-то получается. Тут ребенок жил какой-то. Дочь. Я это не заметил, кстати. Стой, погоди, что?
Это он с ней сделал, типа, или... Интересно, как... Что? Кстати, хуёво сделано. Ну, в плане пайплайна сделано неправильно. Если посмотреть на очертания, вы смотрите, видите, где переход осуществляется между стеклом, ну, зеркалом вот этим и картинкой, там есть такой контур белый, его не должно быть. И он везде есть, и на грязи вот это вот справа, там есть контур этот, его не должно быть. Это сделано неправильно. Так, там надо по-другому делать. Вот видите, переход обозначает, типа, вот он переходит в виртуальный мир, мир полигоны вот справа. Да, видимо, поверили в это. Пиздец. Ну, пиздец, что можно сказать. А где трупы-то в итоге? Тогда уж. Ладно, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заходим в группу, там есть скриншоты обзора саундтреки, ну как обычно, всем спасибо и всем пока. Если забыл свет нормальный поставить, неправильно сделал, зеленый оставил. Ах, ладно.